4 года тому назад советские войска, а также войска наших союзников Франции, Канады, Англии, Соединенных Штатов Америки закончили Вторую мировую войну. Но для нас эта война останется на веки веков Великой Отечественной войной. Мы заплатили за эту победу около 27 миллионов. Только солдат и офицеров Красной Армии погибло свыше 70 миллионов. И еще не все захоронены. Поэтому война, в принципе, еще продолжается. Потому что есть такая поверка о том, что пока захоронен последний солдат, война идет. И на самом деле в мире идет война. Война добра и зла. И мы видим это все везде, на всех частях света. И наша задача, тех, кто собрался здесь сегодня, общего противостояния, не потока. Мы вправе это сказать, знаем, что такое война. Именно на нашей территории творили те средства, которые были. Именно наших людей убивали немецкие войска. Я вот недавно совершенно готовил материал для выставки обороны Москвы. Своему стыду вдруг обнаружил о том, что против Москвы шли воевать французы.